шоу Владимир приехал, чтобы показать свое мастерство. И, конечно же, выиграть главный приз, который он надеется потратить на дорогостоящее лечение. А у меня была травма, я упал, и мне делали трепанацию, удаляли гематому, и мне теперь надо сделать пластику черепа. Когда я очнулся, я помню еще, у меня сестра сидит, заходит врач и говорит, ну, вопросы задает, как тебя зовут, а это кто, там, а когда ты родился? Я ему отвечаю, сам уже думаю, что за дурацкий вопрос? Оказывается, просто это проверяли, потерял я память, не потерял. Ну, слава богу, мне повезло. Вообще, по идее, мне все врачи запретили. Вот, спортом вообще никаким никогда в жизни больше не занимаешься. Конечно, я сначала расстроился, переживал. Я потихоньку тянулся, а потом через месяц просто-напросто взял и поехал в Киргизию на чемпионат. И взял там призовое место. Я хочу победить, я мечтал об этом еще буквально года два назад. Я ходил к другу и говорил, вот, а почему у нас нет именно такого шоу, я бы пошел. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир, и я из Алматы. Это что у нас сзади? Я думаю, вы посмотрите и увидите. Да. Ну давайте тогда, меньше слов, больше дела. Поехали. Что это очень интересно, зрелищно, и это не просто. Это, конечно, нужна хорошая подготовка. Конечно, это труд. Это каждый день тренировки, да. Но мне тоже очень понравился номер. Спасибо. Труд – это просто легко сказано. Вот так вот танцевать, держать все тело. Причем еще и пластику использовать. Вы просто большой молодец. И я бы хотела, чтобы вы никогда не бросали этот спорт, потому что у вас супер получается. Спасибо. Да, физика – это как бы круто, здорово, но у нас сотни спортсменов, если не тысячи, кто, наверное, может делать это. И это находка с этим, все-таки, с вашего позволения, я буду называть его шестом. Но больше драйва, больше энергии. Мне было, если честно, просто скучно. Да, здорово, в смысле классно, но и всего лишь. Пришла пора голосовать. Ситора? Я скажу да. Спасибо. Да. Да. Я говорю нет. Но у вас 3, да, и вы проходите в следующий тур. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.